Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Mi Smart Speaker изменить чувствительность команды Hey Google, или как это там говорится, Окей Google, вот. В первую очередь открываем наше приложение Google Home, затем нашу колоночку, переходим в ее настройки, затем в аудио и находим самую последнюю опцию, чувствительность к Окей Google. И здесь можем изменять чувствительность. Можем сделать максимальную чувствительность, а можем сделать минимальную. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!